Итак, здравствуйте! В эфире передача «Жопа с ручкой». И мы ее ведущие Чпоньк и Броньк. Вы находитесь в самом лучшем месте, потому что программа «Жопа с ручкой» — это самая просматриваемая телепередача нынешних лет. Ну что ж, привет, друзья! Мы ваши любимые борцы с плохим настроением. Агент Андрей, агент Денис. И вы здесь для того, чтобы ваше настроение что? Поднялось вверх. Вверх. Туда. Андрей, что каждый из них должен сделать? Обязательно вот здесь будет. Ссылочка будет в описании, страничка покажется внизу. Вам нужно всего лишь нажать на колокольчик, поставить палец вверх, подписаться на наш канал. И все будет прекрасно. Кстати, у нас много разных соцсетей: ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб, даже ТикТок. Подписывайтесь везде. А еще есть кнопочка «Донатик». Донатик вы можете прислать, и мы будем очень рады. Мы же любим донатики какие? Красненькие и зелененькие. Какие твои любимые? Все. Все. Все донатики Андрею, мне красненькие. Друзья, совсем скоро вы услышите нашу новую музыкальную развлекательную работу, которая называется «Музыка легкого поведения». Мы ее сделали для вас, для того, чтобы ваше поведение стало каким? Более веселым. И увидеть также новую шоу-программу, которая будет во всех клубах страны. Во всех. Даже в твоем городе, где бы ты сейчас, наш любимый зритель, не находился. Когда ты видишь афишу, что приезжаем мы, обязательно бросай все дела и иди к нам. Так, кто спрятался за угол, и ты тоже к нам. Мы будем видеть каждого, рады, очень-очень. Что скажет Андрей? Согласен. Согласен, Андрей. Привет, друзья, меня зовут Сережа, его зовут Василий. Мы ведущие ток-шоу. Пора бы начинать. Пора бы начинать. Пока, Катя. Пока, Катя. Покакать. Напишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу этого замечательного шоу. Если ваш комментарий будет хороший, то вы молодец. Если ваш комментарий будет плохой, то вы не молодец. Логика. Мы передаем большой привет нашим любимым поклонницам. Мы тебя очень сильно любим. Вот тебе сердечко. Полетело прямо тебе. Много еще. Вот они летят. Это было не сердечко, но ты догадайся, что. Догадайся, что. Наши любимые мальчики, девочки, слушатели и зрители, мы вас очень любим, особенно Андрей. Ты же любишь? Конечно. Все, пока. Мы вас любим вот так вот, чик-чик.